Телефонные мошенники продолжают охоту на доверчивых граждан. Очередной их жертвой стал молодой человек 28 лет из Ульяновска. Парень самолично перевел обманщикам почти 1 000 000 рублей. 13 июня ему поступил звонок от якобы правоохранительных структур и Центробанка, где ему сообщили, что на него пытаются оформить кредитные средства. Для предотвращения хищения денежных средств пострадавшему убедили начать оформлять на себя кредиты для так называемого исчерпания кредитного лимита. Легенда мошенников показалась потерпевшему правдоподобной. В тот же день он отправился в банк, взял кредит и перевел деньги на так называемый безопасный счет. Подобные действия молодой человек повторил еще 3 раза, пока мошенники не насытились его доверчивостью. Мне назначали разные адреса, я ездил, брал кредиты и отправлял через АТМ. Дошло до того, последний кредит, когда заплатил, мне сказали, а потом перезвонили, говорят, что на вас еще сумма висит, надо взять у друзей. И я понял что меня обманули. Полиция напоминает, сотрудники банка так не работают. Если по телефону говорят, что на вас оформляется кредит, предлагают продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на безопасный счет или оформить встречный кредит для защиты ваших денег, кладите трубку. Это мошенники.